Всем ку. С вами снова Билли. И вы офигеете, что я решил записать. Это братейта. Причем не простое братейта. Это братейта с модами. Созрел я для того, чтобы начать тестить кастомные моды. Там вообще скоро DLC планируется. Вот. Но прежде чем выйдет DLC, мы будем проверять вот это вот все говно, которое тут есть. Тут чего только нет. Тинкер есть. Зомби. Оборотень, Вичхантер, то есть охотник на ведьм. Ведьма. Исаак. Каин. Мэдгали. Это, короче, из биндингов Исаак. Кипер, Эден, The Lost. Балансный персонаж, хотя он похож на этого, на торговца оружием. Аккерсет. Типа проклятый или Аккерсет. Дример, мечтатель, Скелли, Tormented Soul, это что, потерянная душа или турнирная душа, Джаггернаут, ля тут энигма есть, Puppeteer, Рекурсин, блин, прикольные, тут есть, короче, персонажи величайшие, это что, папаня? Фурион, о господи, а есть вообще враги, что? Так, ну вот, я хотел сегодня записать от этого персонажа, я на нем научился играть, потому что я его прошел, как вы видите. Тем более на пятой опасности. Там еще оружие много разных. Короче, будет интересно. Начнем с сегодняшнего дня снова играть в Братейта. В общем, король душ. Десцендант. Я не знаю, как это переводится. 10 максимального здоровья. На старте вы получаете King of Ghost Sword. То есть он получает свой же меч. Король духов получает меч короля духов. У него изначально плюс 10% к уклонению. Change of Weird Ghost. Instead of starting next wave with 1 HP, you start with can stack. Короче, я когда играл, так и не понял, как это работает. То есть получается, какую-то в начале следующей волны ты начинаешь с одним хп. Либо 30% хп. Gets one weird ghost reaching level 1 and 3 to... А, вот как! Определенные уровни, то есть ты начинаешь таким образом. Понятно. Все. Ну и там у него хп растет, короче. Так, у него уже со старта меч есть, а мы сейчас возьмем, будет два меча. Само оружие тоже, оно необычное, видите, тут чередует колющие и рассекающие атаки, это прикольно. А убивая этим оружием врагов, вы каждый раз получаете плюс один к параметру процентный урон и также получаете максимальное хп. Угу. Изначально минус хп и, по-моему, еще минус броня из-за того, что бесплотная. Ну погнали. Это аниме будет интересно мне, потому что я, в принципе, в Братейта уже давно не играл. И хотя какое-то время меня бесила эта игра, потому что было сложно все это делать, проходить эти сотни персонажей разных, то сейчас я по ней соскучился. Так, что мы тут берем? Давай броню, чтобы нивелировать минусы. Сразу берем меч, почему нет? ХП. Давайте поднимем ХПшечку. Anyway, нам придется большинство, ну, много волн играть вот так. Кстати, летучие мыши, они аддоном определяются как враги, видите, справа сверху. Блин, правда, я показал немножко не туда, как бы, потому что у меня вебка не так смотрит. Вот, ну, в общем, короче, летучие мыши эти как враги, но по факту это просто декор. Ой. Что-то меня прям пробивать начали. Дальность. Вообще нам она не очень нужна, так как мы милишник. Но я возьму, чтобы потом можно было легко жертвовать этой херней. Удачу возьмем. Еще один меч. Отлично. Наверное, еще удачу возьмем. Стихийный нам не нужен. И вот это возьмем фигню. Будем повышать хпшечки. Я так понимаю, это как раз бонус этого персонажа.
Просто мой English не особо идеален, даже скорее очень слаб. То есть я даже иногда могу сериалы смотреть на английском, но как только там начинается какое-то произношение или какие-то слова, которые я не очень понимаю, то все, до свидания. Вот, но бывает даже спокойно смотрю сериалы на английском. То есть настолько странный, хуёвый уровень английского, что иногда даже хороший. Бля, ладно. Ghost SMG. Чего? SMG? Но это не ближний бой. Не будем брать это. О, мечик. Заебись, берем. Правда, у меня броня теперь минус 3 отрицательная. Это вообще не круто. Так. Подхилились. Главное вот эти плюхи не ловить, маслины. Они мне столько крови попортили в свое время, пока я проходил всех персонажей официальных. Блин, DLC-шку, как же я жду братейтовскую. Так сильно соскучился по игре, что вот даже, видите, аддоны все вот эти начал качать. Блять! Начинаю вспоминать, почему ненавижу эту игру. Сука. Вообще, надо было брони немножко подстакать и... Надо было просто объединить мечи, наверное. Чтоб брони было не так мало. Вот. А урон все равно такой же наносить. Столько же на первой волне выбил, как в прошлый раз. Каосон разрывное. Это как мои шутки, гайс. Тоже разрывные. Я так понимаю, персонаж качает хпшки по такому же принципу, как вот этот шмотка, дух. То есть он начинает волну с минус хп, а потом, ну, выживает и получает плюс хп. Наверное, удачу возьмем. Еще мечик. Spawns a companion that files around you and shoots enemies. Бля, вот это тоже надо будет потестить. Bloodshot a... Типа это тоже как турельки. Еще мечик сюда. Наверное, мы один объединим. 4 достаточно. Пока. Потому что брони мало. Она точнее отрицательная. Вон, видите, тараканы всякие, блядь, ползают. Это все из дополнения. Но это для создания атмосферы, я так понимаю. Вряд ли у них какое-то, блядь, применение есть. Ну я не нашел. На них если находишь, то ничего не происходит. Блять, что там 62, мало пофармил-то я. Твой урон в ближнем. Бля, броню надо было брать. Геккончика хочу. Хочу притягивать ресурсы. Бля, опять четвертая волна, у меня опять 5 мечей. И нет хп. Надо очень аккуратно играть. О, дерево. Сразу хилимся. Хилимся, живем, блять. Легендарное. Еще деревце. Хилимся, живем. Не, в принципе, комфортно, если не рисковать. Блять. Когда я начинаю что-то высирать, сразу происходит какой-то пиздец. Урон в ближнем. Сюда его. Скорость передвижения. Сюда ее. Чё тут у нас? Materials gun. Блин, да почему все на английском? Я чё, англичанин по-вашему? Острый соус. Вот это мы берем. И дерево тоже берем. Острый соус берем, так как будет много хп. Кстати, смотрите, на мечах появляется на этих кровь. Это, видимо, когда стакаешь ими, то на них это графически это показывается. Хотя визуально модельки мечей не прям крутые, но вот эта фишка с кровью прикольная. Необычно.
И деревья тоже разные. Какие-то с глазами, какие-то просто. Какие-то просто деревья. Блять. Блин, больно пробивают. Надо уже что-то как-то армор-то фиксить. Ну нету нихуя на армор. Давай вот так. Еще мечик. Тут у меня уже минус 5 армора. Не, не пойдет. Слезы Исаака. Это оружие дальнего боя? Нихуя себе. Ну блин, мне ничего не нравится. Да почему ничего нормального не дает? Rainbow Ghost. Caps Weapon Price. At... То есть дает минус хп. Но к оружию Weapon Price что... Что? Не, надо загуглить. Сейчас, мне нужен переводчик, guys, sorry. Ну-ка. Хорошо, я вам хоть не показываю свой экран тут. Caps the weapon... Что там? The weapon price. Ограничивает цену оружия на уровне 999. А, типа дороже не будет. Не, хуйня. Мечи очим. Они нам понадобятся. Так, одна из неприятных волн. Но у меня есть скорость передвижения. Так что все нормально будет. Главное не тупить. И не нарваться на улиток. А еще вот как бы направление, траекторию своего движения лучше резко не менять. Лучше идти по одной. Так, чтобы в тебя точно не попали. Потому что им, у них дилей перед тем прыжком. И в этот дилей надо сдвигаться с места, куда они целятся. Ну, в принципе, неплохо для шестой волны. Сойдет. Скорость атаки. Кража жизни. Ну, давай. Берем мечик, объединяем, берем еще один, ролим, еще ролим, еще мечик. Ой, спавнит лимоновое дерево. Lemon, when pick up it you will gain one of... Типа, когда ты его подбираешь, то ты получаешь плюс к урону, плюс к ближнему бою, плюс к криту, плюс к дальнему, но минус хп. Шанс позитивного эффекта зависит от удачи. Ага, фрукты автоматически коллекционируются в конце волны и дают половину эффекта. То есть это... Не, мне не нравится, что они хпшки убирают. Мечик сюда и погнали. Пойдет пока так. Седьмая волна. Угу. Одна из моих нелюбимых волн. Успел сломать пидораса. Надо хилиться. Интересно, а гроб это что такое? Это типа более сильная хилка или это просто разновидность хилки? Ну вряд ли это какая-то более сильная хилка, если честно. Хотя похилила она как будто больше. Кстати, меня сейчас убивал этот чел, но он умер раньше, и, видимо, поэтому меня не убило. Хуй знает. Может быть. Бля, как же сейчас прям сложно все было. Крит минус проценты. Наверное, да. Берем. Реген. Корона. На седьмой волне корона даст ли мне что-то? Похуй, давай. Только сбор надо будет поднять. Вообще зря взял ее, учитывая, что сбор у меня никакой. Блять. Восьмая волна. Уже потерял хпшки.
Не то чтобы было много, но потерял уже, потерял. Ёбаные снайперы, блядь, маслинами своими выцеливают. Хоть реген спасает. Нормально, я похилился там. Хилимся, 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 хилимся. Махаемся, махаемся. Фух, блядь. С трудом выжил. Уклонение. Будем, наверное, максить. Нет, скорость атаки возьмем. Фиолетовый меч и мастерство. Сбор так я и не увеличил. Ладно, может быть, корону и как-то ее все-таки. Не, ну 0, типа, у меня 0 сбор, и она сбор не увеличится от этой короны. Надо будет в сбор вкинуть очки. И броню надо как-то немножко к нулю хотя бы вернуть. Уклонение у меня, конечно, жесткое, но как-то надо фиксить его. А еще у меня хп 18, это как-то маловато. Почему у меня так мало хп? Кто-то знает? 20. У меня же вроде оно должно было увеличиваться. Опять мечи кровавые у меня. Не совсем понимаю, как это все работает, но ладно. Еще у меня должно быть гораздо больше хп. Как-то оно обнулилось. Ты что, из-за того, что я душу забрал тут? Или что? ВТФ, ебать, происходит. Очень мало нафармил. Клонение, удача. Давай сбор возьмем. Скорость атаки. Давай скорость атаки еще. Еще один меч. ХП и урон в ближнем. Давай. Что еще тут есть? Убирает эффект поднятие урона в секунду от итемов Hand of Blood. Ghost Queen Necklace. Но он для уменьшает урон в ближнем бою. Что-то какая-то фигня, блять. Ладно. Может, короне еще взять свинку? Похуй. Так, ладно, сейчас что-нибудь еще найдем, может. Глаза пришельца, в принципе, неплохо. Погнали, ладно. Сейчас, блядь, будем немножко поднимать. По экономике хочу поиграть. У меня не очень хороший фарм. Вот, с короной и со свинкой. В принципе, может быть, поднимусь. Мне не обязательно прям жестко жестким делать персонажа. Вот, у него... Единственное, мне броню надо пофиксить. Минус 5 это вообще неправильно. Блять, больно было. Вы так, блядь, не шутите. Чё такое? Чё плачешь? Кто там, Катаски? А, Сианский, привет, мальчик. Ты чё припёрся? Поздоровайся. Тебя видно? Поздоровайся, скавы. Скавы, приветик, ребятки. Ля урчит. Слышно? Он периодически запрыгивает и просит внимания. И шерсть наставил на мне. Чё? Он мне просто жопу свою отклянчивает. Это типа у котов уважение называется. Проявление. Доверие, уважение, любовь. У них прям нет понятия любовь. Конфетти из шерсти. Так, ну все, ты меня слегка это отвлекаешь. Я занят вообще-то, давай иди. Ты что не уходишь? Он, кстати, надо ложиться мне на руку, когда я играю. Это очень миленько. Блять, что-то я отменил паузу. И для меня это для самого стало слегка новостью. Не надо об меня тереться, ты мне мешаешь. Ой, блядь. Ля
трется об меня, засранчик ты. Разобрать. Нам надо что-то делать с броней вообще. Сбор возьмем. Ответный удар. Ну, в принципе, неплохо ответный удар иметь. И глаза пришельца норм. Так, ну вот это брать не стоит. Брони и так нет. Деревья берем. И что-то еще надо взять. О, кстати. Сойдет. Блять, босс уже. А я могу босса пробить, кстати? А хуй знает. Попробую. Как будто хочется. Хилимся, хилимся. Найс! Сосать! Это я не тебе, Сиамский. Хорош! Сейчас какую-то легендарочку получим. Надеюсь, не хуйню. Вообще, я в прошлый раз, вчера, по-моему, я аддоны все поставил. Вот эти все кастомные. И прошел вот этого персонажа. Я не убил босса. То есть я просто пережил. А вот на 20-м было жестко. Сиамский, я тоже рад тебя видеть. Я пришел с работы, вот Катаски, короче, сразу начинает ко мне липнуть. Я его глажу, а Сиамский на дистанции. А потом, спустя где-то минут 40, Сиамский начинает понимать, что это я, походу. Не очень умный сиамский кот. Точнее, тайский. Да не надо жопку задирать, ну что ты. Я нюхать ее не буду, если что. Это другие котики будут тебя нюхать, я не буду. Sorry, guys. Ну как? Блять, клавиатура вся в шерсти. Как вот коту не уделить внимания? О, удача при повышении уровня. Плюс 25%. Что-то стрёмно. Броня, броня. Мы это берем. Несмотря даже на то, что теряем там кое-что. Так, 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 так. Неистовство, но минус сбор. Очень хочется вот это взять. И вот это возьмем. Так, что там за отвлечение у меня? Берем звук. Минус процентный урон, но плюс очень много регена. Тоже берем. Похер, как-нибудь сейчас переживем. Я верю в себя. 12-я волна. У меня теперь броня хорошая. Да, меньше урона, не спорю. И экономика просела, к сожалению. Но зато я теперь хилюсь лучше. Я восполнил кражу с татами. Реген нашел, и еще хилюсь лучше с расходников. Ну, не прям жестко, но получше. Вот, 45 хп, в принципе, босса убил. Сейчас начнем, ну, в нормальные статы запаковываться. У меня 3 брони. В принципе, все ок. Уклонение, разве что надо больше. Надо все 60 сделать. Еще скорость передвижения надо чуть-чуть поднять. Жалко, не все ресурсы ко мне прилетают. Хотелось бы, чтобы прям вообще все реликвии, чтобы было. Жаль, что ее нет. У меня в прошлый раз она была. А еще у меня худи было. Как раз уклонение, скорость, все очень круто стакается. Берем. Скорость передвижения возьмем. Броня и уклонение, но минус хп. Давай. Давай. Еще дерево, давай. Пока не будем тратиться больше. Кстати, на 15-м будут просто крипы. И на 17-м босс. Пока спокойненько играем. Блять, ненавижу щупальца.
конченые. Всегда меня жмут они. Надо их прям сразу чпокать. Щупальца и вот эти стреляющие издалека. Вот это вот два бича для меня. Потому что одни по площади стреляют, другие что-то в меня попадают. От этих ближников, которые разгоняются, я всегда как бы в основном уклоняюсь. Ну, не прям идеально, бывает, конечно, и их могу поймать. Но вот щупальца и маслины, это прям вот самое неприятное. Блин, надо будет обязательно дотерских персонажей потестить. Так, ну... еще скорость передвижения, я думаю, не надо. Вот скорость атаки, давай сюда еще. Плюс 2 к параметру скорость атаки при получении урона до конца волны. И плюс 1 к параметру скорости при получении урона до конца волны. Хорошая тема, берем. ХП, урон, плюс еще враги. Да, конечно, корона максимально беспонтовая получилась, к сожалению. Тихоходку не хочу брать. Сомнительная херня. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. ХП и регенерация. Но пропадет немножко урона ближним. Давай, похуй. Короче, копим. Я думаю, еще чуть подкопим. Как бы свинья окупилась, корона нет. Ну, может, еще окупится, не знаю. Если я сбор внезапно сейчас как-то качну, то будут, конечно, небольшие плюсы. Пытаемся сразу зеленых трахать. Чтобы не расплодить их ненароком. Ну сложно не расплодить, они сами плодятся. Плюс этих жирных вылазит еще. Но в принципе, если вот как я делать, то их не так уж и много. Но есть. Ничего с этим не поделаешь. Так, надо побольше ресурсов поднять. Ну, 600 даже нет. Не надо нам это. Никончик, давай. Чего мы тут возьмем? Крит, удача, урон в ближнем. Давай урон в ближнем возьмем. Пускай растет эта цифра. Плюс 1 к параметру к ХП. Но это я не так много получу на самом деле. Нафига мне это? Модификация типа урон усилена 10%. Ну, наверное, да. Еще поищем. Сейчас что-то сомнительное это брать. Ну, дайте что-то хорошее. Алло, я трачу, блядь, на роллы. Ну ладно, давай попробуем подкопить. Я и так на роу уебал уже много. Я думаю, я переживу сейчас и так. Без каких-либо проблем. Хотя хуй знает. Главное сейчас не проебаться. То есть как-то держаться, продержаться. Они могут меня на самом деле, вот эти все мобы, загнать в угол. Так что надо не ошибаться. Не дать просадить себя прям сильно. В принципе, я ебу. Алибабу? Наверное. Ну да, вроде не пробивают. Но могут, могут. Если прям вот не в центре держаться. В центре я основную массу прорезаю. Но если бы я позволял накопиться врагам, то очень быстро бы об этом пожалел. Пойдет. Неплохо так. Нахуй это? ХП опять. Давай сбор, чтоб хоть немножко он вырос. А то, блядь, вообще беспонтовщина какая-то. Блядь, и вот это пришло. Неистовство ебаное.
Враги после гибели могут взорваться. Шансом... А, нанести 59 урона. Скелиться от урона в ближнем бою. В принципе, надо брать это. И вот это брать. Мне бесит, что у меня ни один меч не апнулся. Наверное, я сейчас все-таки апну. Вот так и вот так. Блять, фиолетовый. У меня теперь один серый. Это вообще бред, блять. Ну ладно, в принципе, я апнулся. Добавно, что серый на 4-м месте по урону. Но это пока. Сейчас они поменяются местами, я надеюсь. Я вот так и не понял до конца, что делают вот эти вот мобы со спорами. Типа с костью во рту я понял, что она хилит. Я видел, по-моему, как рядом с этим уродом хпшки восстанавливались у мобов, которых я пробил. Но вот что делают споровые их, типа че вы? Они ускоряют их, замедляют, броню поднимают. Ну типа че? Почему они от меня удаляются? Обязательно ли мне за ними бегать? Так, давай кражу жизни возьмем. Мечик. Ну, еще один сделаем красный. Мечик. О, серый. Отлично. Вот, отлично. И сейчас будет босс. Наверное, я хочу усилиться все-таки как-то еще. HP loss per second is mitigated by one. Это надо, блядь, немножко осмыслить. А, как это написано? Per second is mitigated by one. HP loss is mitigated by one. Потеря HP уменьшена на 1 в секунду. Ну давай возьмем. Я не знаю, как это работает. Типа, если у меня были бы потери, или если, типа, если мне любой урон дают, то я уменьшаю этот урон на 1. Вообще интересно, конечно, если на 6 застакать, то любой урон уменьшать на 6, это приятно, наверное. Кстати, босса, наверное, тоже сейчас убью. Как бы я нормально так мечами наваливаю. Причем на первом месте не красный меч, а фиолетовый. А один красный меч вообще почти в самом низу. Не, ладно, уже на 4-м. Если была бы одна рядом цель, я бы бил одинаково мечами, то... Конечно, красные были бы на первом месте, но так как они не все бьют... Фиолетовый не хочет уступать позиции. Нормально. Посмотрим сейчас, что за него дадут. Урон в ближнем, регенерация. Урон в ближнем. Вообще сомнительные предметы, которые что-то дают, что-то отбирают. Ну, лучше бы дали легендарки, которые... Ну, ладно. Скорости у меня, в принципе, нормально. Урона процентного дохуя. Так что, наверное, я возьму это. Вот эта тема. Это нет, нет, нет. Это слишком неприятное. Кража жизни, удача, бонусный опыт на минус хп. Нет, не хочу. Уклонение, крит, радиус взрыва. Наверное, радиус взрыва возьму, так как у меня две шмотки дают взрыв неистовства. И... соус, вот, да. Что еще тут есть? Корона короля духов? You need two less enemies killed to gain at start with a weapon like the Ghost Axe. Шанс собрать один материал при убийстве врага критическим ударом. Пизду. Сложно. Вот эта тема прикольная. Я бы сильно с нее получил. С несколько волн, в принципе. Попробуем делать, нехуй все равно. Броня, уклонение. Ладно, давай. Че, буду терять я хп?
А нет, не теряю. Прикиньте, че, нормально. Сбор поднял. Это ворона. Ворона, сука, спасла. Ох, это, бля, понял, как это работает. Либо регена у меня много. Не, скорее всего, ворона. Ворона объяснила, что, бля, Коля хп терять не будет. Не, ну это приятно. Ну и реген у меня тоже бодрый. А сбор я так нехило поднял, так что корона окупится, корона окупится. Я аж за сотку, по-моему, с лишним купил ее. Вот, а я сейчас с ракеты подниму сбор. Немножечко. Так, мне бы меньше урона получать. Все было бы заебись. Оно, конечно, и так нормально, но лучше, блядь, не получать. Броня, инженерия... Нет, не надо. О, War of Babylon. Плюс 20 к урону, если запас ниже за 50% здоровья. Слушай, это надо взять. Уклонение дамаксить. Думаю, стоит. Меч короля духов. Сюда его. Мины нахуй. Опять меч. Гост СМГ. Бля, можно было бы взять, конечно, но нет. Не хочу. Бля, ничего не пришло. Ладно, геккончика возьмем. Мне нравится, когда ресурсы прилетают. У меня вроде бы несколько уже. Три геккона, да. То есть, ну, большой шанс, что ресурсы будут мне прилетать. Даже реликвия как бы уже и не надо. Мне и так заебись. Хотя нет, можно еще просто пару геккончиков. И тогда это, по сути, будет реликвия. То есть они уже, по сути, процентов 60 прилетает. Всего. Ну ладно, не 60, может, половина, не знаю. Надо просто смотреть, сколько дает он там. А, 20%. То есть всего надо 5 штук. И то, конечно, не факт, что все прям будет прилетать. Но математически как будто бы да. В всяком случае, париться и подбирать уже не обязательно будет. Когда у тебя три геккона, покупать реликвию, наверное, неразумно. Типа, это трата денег. Так. Ну давай скорость атаки. Чем мы тут еще хотим найти? Фигня всякая, кража жизни. Давай, кража жизни, не помешает. Огнемет, призрачный топор. Всякая херня. О, плюс 2 к параметру максимальных очков здоровья. За каждый постоянный 1 к параметру броня. Когда вы покупаете этот итем, то 50% брони превращает в максимальное хп. То есть мне теперь надо качать броню, и я буду получать хп. И геккончик еще пришел, который я, конечно же, заберу. Ха-ха-ха. Давай без конца, попробуем посмотреть, может быть, я продержусь там как-то. Наверное, я могу убить. Да, есть один. Второй тоже, думаю, еще откиснет. Блять, начал все обстреливать. Ну, мне это не сильно как бы парит. Ну вот, все. Уф, пройдено. Не знаю, сколько продержится вообще у меня этот король душ. Король духов. Быть шаманом, королем. Если дух твой силен, быть шаманом королем. Быть шаманом. По-моему, не так я спел, ну, мне похуй. Так, это нам не надо. Это, если честно. Ну хотя. Давай, там удача. Так, ну, корона уже не будет работать. Так что мы не будем брать. А вот, бля, хп или броня. Давай хп.
Геккончик, мечик. Геккончик, мечик. Давай вот это, посмотрим. Минус дальность, дохуя минус дальности. Но такая ебейшая скорость атаки. Мне кажется, это прям очень жестко. По сути, любой, кому я подхожу, откисает за секунду. Там плюшки по 400. Еще и с огромной скоростью атаки. Короче, броню теперь стакаем. Будем очень живучим. Мечики стакают мне проценты к урону. А я буду заниматься вопросом выживания. Плюс у меня уклонение ебейшее. Ну, не ебейшее, но в смысле высокое. Ну, еще криты, конечно, хочется поднять. Криты слабенькие у меня. Ну, и с экономической точки зрения не все хорошо. План 3. Ахуй разобрать. Сомнительная тема. Бонусный опыт. Смотрите-ка. Чешется. Слушайте, ну уклонение мне нет смысла повышать, так что эту тему не берем. А вот эту берем. Слоненок. Ну, наверное, возьмем. Пассивный урон какой-то. Хардбрейк. Плюс 5 параметров к урону за каждый постоянный минус 1 к параметру броня. Это, слушай, на меня бы зашло. Но я уже набрал тем, которые зависят от брони. Вот это возьмем сейчас. Да. Да. Вот это возьмем. И пока хорош. Блять, сейчас элита появится, а я еще усилил всю хуйню. А чё боссы так откисают легко? У меня такой урон огромный. Ну хотя бы шмотки. Правда, не леги уже падают, но... Все равно нормально. А чё, съебал он? Это чё, настолько имбовый перс? У него просто процентный урон большой. Типа, anyway, надо шейте урон ближним там брать. Да и цифры не прям огроменные. Или это из-за скорости атаки так... Ну хотя да, я ж скорость атаки поднял еще на сотку. Там ебать сколько ударов по боссу прилетает, я же рядом с ним бегу. Ну да, короче, в принципе, как бы понятно, но в то же самое время как-то, ну, сильно как-то. А еще я сборщиков не замечал, вообще были они? Наверное, они как-то умирали просто сразу. Кража, плюс 3 к материалам при поднимании ящика, вы не получаете одну единицу урона каждую секунду. А, получаете наоборот. Ну давай. Плюс к уклонению, плюс скорости атаки во время движения. Блять, да что ж у меня чешется все там. Дальность сбора. О, давай. Сбор. Этот мы не берем. Давай рольнем разочек. Блять, броня, серьезно? Давай скорость атаки. Тут что мы берем? Давай удачу. Тут нехуй брать. Нехуй брать. То же самое. Вот это берем. Майлшторм. Вот это хочу прям попробовать, но уже сюда никак не вписывается Майлшторм. Короче, пизду. Ролить. Все, я теперь потеряю хпшки. Это хуево, конечно. Ну, я этого, в принципе, не чувствую. Не критично, короче. Все, уже идут мобы новые, вот эти неприятные, с пастью, стреляющие дохуя говна. 975 крит. Неплохо. О, сборщик, вижу. Сюда, хпшечки. Блин, ну, рекорд, конечно, вряд ли я сегодня поставлю по волнам.
Но в целом мне нравится персонажик. Особенно с этими мечами. Тут даже мне кажется, больше мечи как будто имбовые, чем персонаж. Возможно, на нем мечи имбовые. Именно на нем. Так, дальность, скорость атаки. Нет, это нам не надо. Бородатый ребенок. Нет, это хуйня. Ролем. Павлин. Опять павлин. Ну давай. Меч. Опа. Наконец-то мы что-то, блядь, нашли. Еще один меч. Три красных, три фиолетовых. Так, сперва ёбнем челов вот этих. Теперь боссов начнем. С моей скоростью атаки я их сейчас располовиню нахуй. Вот этого давай сперва. Хотя их обоих надо разъебать. Но они тоже меня пробили. Чуть-чуть. Хилимся, живем. Там еще, если я бью мобов рядом с ними, они же тоже взрываются. Там урон, короче, жесткий. Все, боссы минус. 24-я волна покорилась мне. На 27-й следующий босс. Ой, что-то я хп потерял много. И, кстати, слоненок нормально надамаживает. Вообще, я сейчас сдохну, наверное. Потому что я не хилюсь почти. Нет, вроде как-то похилился. Блять, нет, получил урон. Ну ладно, в принципе, сойдет. Мне понравилось. Рекорд побит. Ну, типа, я там 20 волн прошел, тут 24. Прикольно, прикольно. Next персонажа, ну, не факт, что будет это именно вот, ну, проклятый. Выберу то, что мне интересно. Потому что тут прям есть очень интересные персонажики. Двойной мастер, приклеенный, перфекционист, дворф, коллекционер, враги. Ух, может быть, я не всех пройду, кстати, да. Посмотрим. Есть вот турельный мастер, тинкер. Короче, снова начинаем играть в Братейта, гайз. Даже несмотря на то, что я знаю, что эта игра может иногда надоедать. В общем, такие дела. Ставим лайки, подписываемся на мой канал Билли Поттер, качественный контент. Вступаем в сообщество ВКонтакте, качественный контент. Подписываемся на инсту, там рутюб. В общем, все, чем вы пользуетесь, какие-то тиктоки. Я там какие-то шорты выпускаю по аниме, по видеоиграм, по своим прохождениям. Если вам не трудно, конечно, это мне очень сильно поможет. Вот, поэтому надеюсь, что вам это будет не трудно и вы порадуете меня. Вот, а я заканчиваю. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.